Закончится матч «Скиф Юпитер» победой инопланетян со счетом 6-2, и Иван Марковец с Романом Борисенко делится своими впечатлениями. Иван, что была за перестрелка в первом тайме? С чем связано такое количество голов, забитые в небольшой промежуток времени? Да не было никакой перестрелки. Игра была то, что разговаривали в раздевалке, то и получалось на поле. В очередной раз говорю банальную фразу. Делали замены и теряли игроков, получали закономерные голы. Скифу отдельное спасибо, молодцы, собрались, хоть было мало очень людей. Но бились до конца, не давали нам даже при счете 4-2, 5-2, было очень тройку, а то и не тройку моментов, когда они могли забивать. Наверное, объективности ради скажу, что это не сильно бы им помогло, но, конечно, они держали весь матч напряжение, только в концовочке мы чуть дожали и забили голы. А так нет. И вот типичная игра наша со Скифом. Мы назвали эту игру у себя в беседе «Битва эпохи динозавров», еще скирочный. Приятное время. Роман, довольны мы ли этой битвой динозавров? И сегодня создали довольно большое количество моментов. Довольны ли игрой? Сама игра была хорошая. Ребята, на самом деле, очень много моментов создали, с учетом того, что действительно без замен играли, по сути. Технично очень. И игра красивая была. Моментов создали и мы, и ребята полно. Ну, жалко, что мало забили и мы. Вот с Ваней поговорили об этом еще перед интервью, что на больше, чем на два мы наиграли, скажем честно. Вот. Ну, результат, как Ваня говорит, на табло, да? Ну, к сожалению, не выиграли, но сейчас нам очень сложно. Очень много травмированных. Ребят просто не собрать состав, там, не знаю, 1-2 замены, это очень сложно. Не знаю, буквально за 3 недели 6 человек вылетело с состава, это очень сложно, очень. И даже до заявки не помогают. 2 человека дозаявил, и все равно приезжаем без замен. Это не есть хорошо. Ну, пару недель, надеюсь, болячки заживут, и будем более боеспособны. Юпитер идет пока без потери очков. Тяжелее ли с каждым матчем находить мотивацию, чтобы выйти нерасслабленным на игру? На самом деле, и вот я говорил это в интервью ранее, что для нас это вообще самая сложная проблема. Не то чтобы найти мотивацию, мы просто с тренером Никитой немножко по этой теме разговариваем. То, что хотим видеть, пока далеко от этого, но вот с точки зрения побиться, нам все знают, неважно с кем, будь то, не знаю, Доста, Золотой, все, либо здесь мы бьемся с Теспирадос, например, вот ребятами со Скифом, да, то есть это, ну, скажем так, не то чтобы это проблема, просто пока мы должны знать, что мы делаем, выходим и побеждать, а по факту получается немножко другое, хотя мы прекрасно знаем и разбираем игру абсолютно каждого соперника. Пользуясь случаем, мне бы хотелось бы поздравить нашего болельщика Максима Остапенко. Он женился на той неделе. Огромный ему респект, молодцы. Совет вам да любовь. Последний вопрос. Роман, у вас иногда бывают матчи, где вы мало забиваете, мало пропускаете, иногда наоборот. Удается ли найти какой-то баланс между защитой и нападением? Ну, да тут больше зависит от состава на игру. Приезжают, вот сегодня приехал на игру один защитник. Ну, как тут найдешь баланс? На некоторые игры приезжают, там 3-4 хороших. Ну, не то что хороших, просто по позициям защитники. Тогда стараемся меньше пропускать. Ну, как получится. Спасибо.